Всем привет! И сегодня... Всем привет! И сегодня ко мне пришел мой первый телефон с AliExpress. С ним случилась одна история. Дошел он до меня за 2 недели, ровно 2 недели, 14 дней. Но мог бы прийти на день раньше. Все случилось так, что Фекдон — это село, где я живу. Рядом с ним есть город Ордон и город Владикавказ. И посылка сначала приходит из Китая в Москву, из Москвы во Владикавказ, из Владикавказа в Ордон и уже с Ордона ко мне. И вот в Ордоне она задержалась, вот эта вот посылка. Не знаю почему, они как бы вчера привезли вот эти все бумаги, и эту посылку отметили как получено адресатом. Но я ничего не забирал, я позвонил на почту, много спрашивал, задавал вопросы, потом они позвонили в этот Ордон, и в Ордоне сказали то, что посылка у них, и отвезут они ее завтра. Ну, на день мне ее задержали, оценил продавец ее в $30, здесь у нас телефон, телефон Meizu M3 Note. Давайте вскроем, посмотрим на него. Потом на него еще будет обзор в одном из следующих видео. Если вы хотите не хотите пропустить, то подпишитесь на канал и увидите. Так, я уже тут приспустил эту воздушную упаковку. Так, здесь у нас ничего больше нету. Телефон запакован вот в такую вот воздушную упаковку. Здесь нас сразу встречает телефон. Коробка с телефоном, защитное стекло, надеюсь, оно не сломалось. Так, нет, оно целое, защитное стекло. Дальше силиконовый чехол прозрачный обычный и переходник под нашу розетку, самый дешевый, вот прям чувствуется, какой это дешевый пластик. Так, ладно, вот такая вот посылка воздушная, точнее упаковка. Подарочки, так. Чехол и стекло, это в сторону, это тоже в сторону. И вот он. Это самая жирная комплектация, то есть 3 гигабайта оперативки и 32 встроенной памяти. Вот здесь описание, цвет серый. Я взял серый цвет, чтобы не было видно вот этой черной линии вокруг экрана, вот этой черной рамки. Так, давайте вскроем, посмотрим. Полный обзор будет как-нибудь, и потом я сниму его. Но я вам обещаю, что он будет. И вот что хорошо, то что она не вскрытая. Это у нас европейская, вот эта интернациональная версия. Так, это в сторону. И открывайся. Так, проблемы с этим. Серьезно, я не могу открыть. Он там застрял. Давай, вылезай. Я сейчас этот телефон, наверное, сломаю, чем достану. Не, ну это реально, он там сидит. А, затупил. Тут у нас еще вот такая штука есть. Ее мы тоже разрежем, так. Что-то я туплю. И вот сейчас он вылезает. Так, вот такой вот телефон. Стоит он $185, но это самая жирная версия. И есть еще там на 16 гигабайт и 2 гигабайта оперативки, 32,2, 32,3 и 16,3. Ну, короче, по ссылке в описании перейдете, посмотрите. Вот такой вот телефон. Вот, что я вам хотел сказать. Серый цвет. Именно серый, а не серебристый, потому что перед у нас тоже черный, и рамка вокруг экрана не будет видна. Это как бы такая вот вещь. И вот что я хотел посмотреть, давайте снимем пленку. Многие говорят то, что на Meizu M3 Note именно на всех партиях у нас кривая кнопка. Ну давайте на это посмотрим. Так, фокус. Кривая кнопка. Ну, как бы я не вижу, что она кривая, или на черной версии это не видно. Нет, она довольно-таки ровная. Нет, она не кривая. Судя по